Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Senior Software Vlogger, и сегодня мы празднуем 50 тысяч подписчиков на канале, и по этому поводу я решил себе сделать небольшую кнопку с использованием чистого CSS. Поехали! Для начала CSS нам нужно куда-то применить, поэтому мне нужна небольшая разметка, я для этого сделаю небольшие дивчики. И сделаю дивчик для треугольничка. Также мне нужно сбросить контейнер. Я буду использовать для этого Flex. Но пока у нас ничего нет, давайте сразу же сделаем какую-нибудь кнопочку. Кнопочка у нас появилась, но очень маленькая. Давайте сделаем ее побольше. Для того, чтобы кнопочка была посередине, нам контейнер нужно растянуть на всю ширину. О, да, у меня была неправильно использована эта директива. Теперь у нас есть кнопочка, и теперь давайте нарисуем треугольничек. В мое время мы рисовали треугольнички с хитрым использованием бордеров, но сегодня я нарисую треугольничек просто с использованием clip path. Так, треугольничек пока не совсем треугольненький. Для этого я буду использовать, как я уже говорил, свойство ClipPath. То есть ClipPath позволяет просто отрезать кусок картинки. Я буду использовать полигон. И полигон у меня пойдет из первой точки, это 0,0. Он пойдет у меня в точку, это получается 100%, 50%. Вот, и оттуда он у меня пойдет обратно в 0, 100%. Получился треугольничек. Но все еще не очень клево. А мне не нравится, что у нас нет скругленных уголков. Ну, примерно что-то похожее. И мне не нравится этот красный цвет. Давайте заменим его на градиент. Такой в черный, но вот не хотелось бы совсем в черный. Что-то близко. Но еще есть одна маленькая деталюшка, которая очень мне нравится в кнопочке, которую я видел. Это такая внутренняя тенюшка в кнопочке Play, в самом треугольничке. Я ее сделаю при помощи свойства After. Для начала нужно нарисовать. Я буду использовать полупрозрачную тенюшку. Что-то появился какой-то треугольничек, но он не совсем там, где нам надо. И теперь нам надо его повернуть. Почти. Ха! Почти готово, но все еще. Да, мне нравится то, что у меня получилось. Весь код вы можете увидеть по ссылке внизу, все очень просто. На самом деле, я думаю, что можно сделать это гораздо проще, быстрее, интереснее и красивее. Но так как я не верстаю полный день, это то, что я знаю, какие-то остаточные знания. Вообще я менеджер, как вы знаете, теперь я программирую очень мало, но тем не менее. Этой самой кнопкой я хочу охарактеризовать те самые 50 тысяч подписчиков, которые сейчас есть на канале. Это так здорово. Нас 50 тысяч, и я очень ценю всю вашу поддержку, которую вы оказываете. Вы пишете мне комментарии, я на них отвечаю, и это мне позволяет двигаться дальше. Я вижу, что мой труд не напрасен. Спасибо, что вы смотрите. У меня на сегодня все. Пока-пока.